Здорово, народ, с вами Крашик. Давайте поиграем в Maniac. Он с таким названием игрушка. Чем-то напоминает старые GTA-шки, там, где вид сверху был. Ну, по крайней мере, это то, что я видел на YouTube, там, где вы сейчас находитесь. Ха-ха. Значит, тут есть какие-то улучшения, ну да, апгрейды. Их можно будет потом докупить. То есть сейчас у меня 0, потому что первое включение. Я смотрю, что это за игра. Уличный скандалист, допустим, да, вот 720 будет стоить. Это более высокая скорость бега, повышенная устойчивость к ударам и взрывам. А, допустим, ну, бронежилет, соответственно, добавляет уровень защиты. Или вот 990, точнее, стоит, да, железный монстр. Это что у нас? Увеличивает броню автомобиля, повышает устойчивость к ударам, увеличивает ударную силу и силу толчка автомобиля. Ну, понятно. Дробовичок, допустим, классический помповый дробовик, который можно найти во многих счастливых домах Америки. Ага. То есть я, если беру этот прикол... Он у меня не появляется, а его надо будет еще искать, как я понял. Рулон. Используйте свое невероятное тело больших размеров, чтобы толкать и уклоняться. А, во время особых шансов промахнуться пулями увеличивается. Понятно. Разберемся по ходу. Давайте смотреть, что это за игрушка. А ну-ка, могу сесть. Давай, стой! Вот пидорас. А ну-ка. О, класс. Так, а как поворачивать? Я не понял. Я не понял ни хрена. А, блин. Как тут глупо на стрелочках сделано. Короче... Я думал, значит, W это будет газ, S это тормоз, ну и что там осталось? А и D это лево-право. Так нет же. Короче, прикол в том, что V это, ну, W это ехать, короче, наверх. А это влево. D это вправо, ну и S это вниз. Вот я вот так вот, допустим, это вот я D нажимаю. А вот это я V нажимаю. Задом наперед все. Ну, как-то так стрёмно, можно сказать. Как по мне. Ну да ладно. А, стрельбы какой-то, да, ничего у меня нету сейчас. А, не, подожди, вон, у меня пистолеты какие-то. Револьвер есть. А ну, могу по ментам шмалять? А, могу. Прикольно. Ух ты! Как я в толпу какую-то въехал. Там рабочие какие-то были. Так, давайте. Попадаю я по ним, нет? Чё там, как? Ох! Вот это кайф. Прикол. А, выходить надо! Дропай! Дедушка Мороз, дропай. Давайте покатаемся сейчас. Козёл такой уехал. Ладно, сейчас мы на пожарке будем. Всех раскидывать будем сейчас. Давайте подберем, что тут есть. Блин, ну, выглядит, по-моему, прикольно. Так, первое впечатление от игрушки. Очень даже... Ну, только что-то мотает тачку, как в каких-то вангерах, блин. Ой-ой-ой. А, он сам выпрыгивает, да? Он сам выпрыгивает. Короче, если чё, он в машине не загорается, а выпрыгивает. Да, это все, конечно, хорошо. Но хотелось бы все-таки в транспорте передвигаться. Ох, бензовоз сейчас подорвем. Есть. А вот это я хочу взять. Так, погнали. Не стоим. Валим отсюда. Там монетки, ну... Похоже, придется их оставить. Там, конечно, небезопасно. Ладно. Что там? Level up, да? Цель у нас есть какая-то. Давайте ехать в ту сторону. Где у нас... Ой! Стоять!
Чё, как, сколько патронов? Чё у нас? Я ничего не понимаю. Чё там осталось у нас? Порастреливаем всякий сброд. Чё-то, чё-то, кто-то рыгнул. Чё-то было вообще. Переключиться. Что за хрень? Кто тут рыгает? Переключиться между оружием. Если что, это не я. Оу, оу, опасно. Блин, просто хочу свалить отсюда, нафиг. Я немножко путаю сейчас, что тут происходит вообще, блин. Школьный автобус. А-а-а, где я? Где я? О, вот я. Рабочие какие-то, да, простреливаем. Ну, они нам ничего плохого не сделали, но... мы вот... Да кто, блин, рыгает? Что происходит? О, ствол какой-то там или что? Да! Ох, что у меня есть. Класс, крутотенечка, да? Вот это прикол. Короче, я автомат какой-то подобрал. Где-то был левел ап, да? Вот же он. О, прикольно. Психопат. То есть, и здесь я могу выбирать. Давайте выбирать вместе. Увеличивает весь наносимый урон. Ваша работа привлекает последователей. Более высокая скорость бега, повышенная устойчивость к ударам и взрывам. Что на ваш вкус? Лично мне кажется, ну даже по названию, психопат, блин. Как бы мы во что играем-то? Увеличивает весь наносимый урон. По-моему, самый-самый сок из всего представленного. Ну, как по мне, например. Если вы посчитали по-другому, пишите в комментариях, что бы вы хотели выбрать. И почему. Обоснуйте. Какими-нибудь кринжевыми объяснениями все это обоснуйте. Так, там у нас что? Тоже бензин какой-то, видимо, ехал в транспорте. Везли в транспорте, да? Дальнобойщик что-то вез. Взрывоопасное. Следующий. Вот, мы почти пришли, почти. Есть. Какой-то барыга нам предлагает повысить уровень, да, денежный магнит, уличный скандалист, заклинатель пуль, более точное прицеливание и скорость оружия, больше боеприпасов, более высокая скорость бега, повышенная устойчивость к ударам и взрывам. Ну, как-то так нам всякая броня, дефенс нам пока что неинтересно. Увеличивает дальность захвата, увеличивает количество собираемых денег. Ну, в принципе, до денежек мы можем дойти. А вот заклинатель пуль, больше боеприпасов и скорость оружия. Вот это то, что надо. Пара-пара-па-па-па-пам. Кругом одни менты, тем более, да? Смотрите, и вертолеты, и всякое. А, это... О, это, короче, броневики. Блин, я-то думаю, что я столько стреляю, а они не загораются. Ну, давайте хоть что-нибудь. Сука! Меня убили. Автомобили преследования имеют более высокий уровень безопасности, и их угон занимает больше времени. У меня 3000 долларов. Давайте возьмем что-нибудь. Так, по приколу. Ну, допустим, водитель. Всего-то один уровень, да? Лидер. И в принципе... В принципе, да. Ну, давайте вот это. Более высокая скорость бега, повышенная устойчивость к ударам и взрывам. И, наверное, больше боеприпасов. Ну, наверное, вот это. Правильно? Так, мы можем пинаться. Мы Ох, в нас сразу стреляют. Я хотел попинать чувачка, в нас стреляют сразу же. Нам это не надо. Давайте просто валить отсюда. Ох, хорошо. Сразу мы раздавили каких-то случайных, рандомных, да, чувачков, которые просто... считали ворон.
Ну, ничего страшного. Сейчас мы будем давить тех, кто это заслужил. Тех, кто нам мешают развлекаться. Давайте просто... Это какой-то порт. Правильно я понял? Давайте просто свалим отсюда в более такое оживленное место. Там, где можно встретить не только рабочих. Стрельба. Пока что у меня нет никаких видов оружия. Револьверы, автоматы, ничего нету. Видимо, нужно убить каких-то копов. И тогда мы заполучим оружие. Ну, хорошо. Мы отправляемся в сторону, где нам предлагают апгрейд. Ой, немножко утонули. Давайте как-то выберемся отсюда. Так. Ага, есть. Ой, тё... ну, тетка, ты что, с пистолетом, блин? Отстань от меня. Вот. Мы берем денежный магнит в этот раз. Да ничего себе. Ну что так шмаляете в меня-то? Мне бы оружие какое-то подобрать. Ну вот с денежным магнитом, видите, на расстоянии денежки подбираются. Да, мне кажется, так повеселее играть. А ну-ка, это что? Деньги, монетки, монетки, деньги. А вот я ж о чем говорю? Мне бы пистолетик. Уровень преследования 2. Да, есть пистолет. Я не знаю, откуда он у меня появился. Там, кажется, полицейский был. Ну да, возле той машины. Ух, валим отсюда во нафиг. Блин, выходим. Короче, вы поняли? Смотрите, нужно делать пробки. И в пробках расстреливать машины. Вот что надо делать. Блин, тетка в красном, ты че, обалдела? Короче, тетка в красном с какой-то пушкой, блин, уходит за мной. Отвалите от меня все. Отвалите от меня все, блин. Вы мешаете. 500 метров, да, полкилометра не хотелось бы тулить пешкарусом. Сделаем это на... Да отвяньте вы уже! Сделаем это на пожарке. О, сколько денег сразу. Сделаем это на пожарке. Пополним запас нашего здоровья. Похилимся. А вот крестики, которые мы, красные крестики подбираем, это мы, собственно говоря, хилимся, как вы могли догадаться. А, патроны, они что, бесконечные, типа? Ну да, подобрал оружие, бесконечные патроны. Хорошо. Меня такой вариант устраивает. Бензовоз какой-то опять. Ага. Третий уровень преследования. За нами уже броневички гонятся. Хорошо. 270. О! УЗИшка какая-то или что это? Автомат, короче. Во, так будет веселей. А ну, можем мы расстрелять, нет? Да, ну они расстреливаются, в принципе. Вот еще бензовоз. Хорошо. Я люблю это дело. Все, мы не можем ехать. Надо выбираться. Есть, я выбрался. Своевременно. Угу. Угу. Это все понятно. Ага. Это все понятно, но хотелось бы... Так, давайте броневичок попробуем где-то своровать. Будет, нет, поблизости. Все-таки какой у нас там четвертый уровень преследования? Вертолеты, все дела. Не хотелось бы
пешком передвигаться, это небезопасно. О, да, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот они, броневички-то. Вот они наши. Родимые. Сейчас мы... А? Ну, блин, шмаляют. Опасно, опасно. Есть. Я забрался в один. Ну что, вот оно улучшение. Выбираем угонщик. Ускорение угона и выезда автомобиля позволяет угонять автомобили на более высоких скоростях. Обновление только для текущего автомобиля. Нитродвигатель, более высокая максимальная скорость и ускорение автомобиля. Угу. Восстанавливает текущее состояние автомобиля. В принципе, склоняюсь к этому варианту. И бейсбольная бита позволяет играть в бейсбол без мяча, может отталкивать летящие пули и машины. Выбираем улучшение, короче, двигателя. Теперь следующее не показано. А, нет, вот 100 метров проехать. Сейчас мы проедем эти 100 метров. Где чувачок? Смотрим. Вон он. Так, давайте, не глядя, будем просто быстро двигаться. И улучшаться. Очень быстро двигаться. И улучшаться. Не отвлекаясь, все будем делать. Так, так, еще вперед. А, сколько там? 150 метров. Ой, опасно. Возле бензовоза опасно. У него радиус поражения такой хороший. Если рядом находишься, то, в принципе, может взорвать и твою машину. Вот оно, следующее. А, ну, давайте что-то связанное с... медициной и нашими хпшками, потому что чувствую, с таким накалом страстей долго мы не протянем. Смотрите, сколько пуль летят в нашу сторону. Да, как видите, преследование становится все более ожесточенным. Мы себя проявили. Угонщик нет. Латунная автомобильная броня, да. Я и так в броневике, а тут еще... Ух! Ну, давай, подбирайся. Да елки! Я не могу подобрать, к сожалению. Я не знаю, почему. Я не могу понять, почему я не могу подобрать. Так, все, ФБА, теперь за нами начинают гоняться кто, как бы, чтобы вы думали... Военные, все, ФБА, это вчерашний день. Теперь военные нас начинают преследовать. Вот на таких вот грузовиках. То есть скоро будут танки. Ну, как вы помните, в первых частях GTA, смотрите, сколько денег, сколько всяких приколов, которые мы обязательно должны подобрать. Как вы понимаете, все подобрать не получится, очень тесно. Давайте выдвигаться на новое место. Куда-нибудь. Такое место, чтобы у нас было пространство для маневра. Ты что в меня стреляешь, гад? Ох, сколько мы хпшки подобрали. Хорошо. Ну, желательно, чтобы рядом с нами ничего больше не взрывалось. Это не сулит ничем хорошим. 400 метров нужно проехать. Вон туда, вправо. Да, вон танки есть, хорошо. Ну, сейчас я не буду рисковать подбирать танк, еще немножко прокачаю своего персонажа. Все, 200 метров, давай-давай. Давай. 80 метров. Ну, я надеюсь, это метры, это могут быть
другие измерительные величины. Шипованный бампер. Ну, давай. Так, но этот шипованный бампер, он же не будет появляться, да, в каждой машине, в которой я сажусь. Он конкретно на этом автомобиле. Ох, сколько... Ух, сколько прикольно. Ух ты шо, $5000, $6000, $6000. Вот это я жирую, блин. Сейчас наулучшаю всего. Короче, тут пробка какая-то, ее обязательно нужно расстрелять. Знаете почему, да? Потому что, смотрите, вот у меня 6000. Надо выходить. Пешочком, пешочком. А теперь смотрите, вот я поподбирал. Всякого. Военного надо убить. У него какой-то автомат крутой. Да, поподбирал. У меня уже 7500. Не, ну он на скорости двигается, я не могу, к сожалению, подобрать. Так, очень бы... О, хпшка подобралась, хорошо. Блин, сколько добра. Так будет жаль это все упускать. Столько старался. А смотрите, какие обороты у нас начались. Все, как вы видите, здесь уже в обычном легковом автомобиле делать нечего. Нужно пересаживаться... Ну, в нас летят ракеты. Поехали за улучшением. Пешочком дойдем. ХП. Еще ХП. Так, не успел я сесть. Ладно. Ох, вот такой танк хочу. Ну-ка. Блядь, сейчас задавит. Ай-яй-яй. А ну давай, тони. Ага. Сейчас я сяду. К сожалению, не получилось. Угу. Достижения. Ага. Значит, покупайте улучшения для разных стратегий достижения цели. У нас практически $9000. В принципе, можно вот так вот, не глядя. Рождественский подарок. Пульт взорвал радость Рождества. Удерживайте кнопку, чтобы уронить больше. Не знаю, что такое, пусть будет. Так вот, не глядя практически. Больше крови, больше шансов нанести урон. Всякие приколы по чуть-чуть мы прокачаем. Хорошо. Ага, теперь мы бьем мешком. Мы били ногой, теперь бьем мешком. Но вот человека с оружием... А человека с оружием мы убить не можем. Прикол. Прикол, мы можем расставлять подарки и подрывать их. Вот это то, что я купил сейчас. Сейчас будем делать пробку. Вот такой вот вам подарочек. Да ну, это жесть. Но все равно пешком как-то не так интересно.
Вон пистолет. Все. Хорош. Сейчас будет веселье. Ох, вот здесь вот надо поставить. Ой, мы же себя ранили, блин. Да, что-то у нас немного жизней. А, хотелось бы сесть. О, что это? Покруче что-то, да? Револьвер. А что у меня было? Тоже пикль какой-то. Да, по-моему, так и был револьвер. Транспорт какой-то нужен. Любой. Вообще любой, блин. Магда, ай! Ай-яй-яй! Давай, выбирайся. Пора немножко поулучшаться, блин. Правильно я говорю? Ага, то есть даже из машины мы можем... расставлять эти подарочки. Вот это хорошо, это мне нравится. Блин, ну ничего так, прикольно. Затягивает игрушка. Что я могу сказать? Вот возле автобуса. Да, хорошо сработает. Ага. Нет, ну это я его просто перевернул. А, он взорвался, отлично. Все, вылазим отсюда. Теперь вот за нами, даже если гонятся, пожалуйста. Опа. Опа. Че, убили? Так быстро? Что-то в этот раз быстро. Ладно. Еще что-нибудь наулучшаем. А, дальше мы пока что не можем. Да, что тут надо? Требования для разблокировки. 35 детей. Пьяный Санта. Должен убить 35 детей, что ли? Пошли искать детей, значит. О, я хочу в такую машину. О, это бандюганы какие-то. Давайте давить их. Все, пистолет. Ох, класс. У меня пистолет сразу есть. Это, ну да, это ж мафиозная машина, как я не понял. Давайте, пока нас никто не преследует, немножко поапгрейдимся. А ну, а как мне туда попасть, блин? Что это такое? Я не понял. Так, сюда можно как-то? Нет, не очень-то. Не очень-то можно. Капец, где я вообще? Что за хрень? Что подарочек как-то слабенько взрывается, ну да ладно. А, я сюда и не могу про... Нет, могу. Так-так, могу. Надо выбираться, потому что... дело дрянь. Хочу огнемет. Да? Есть у меня огнемет? Есть у меня огнемет. Прикольно, у меня есть огнемет.
Офигеть! Вот это напалм дес. Вот это прикол. Блин, да как-то в старых GTA-шках это и то не так весело было. Не, ну я еще в танке здесь не сидел, ведь самое главное. Самое главное, это сесть в танк. О! Бензовоз какой-то. Нормалек. Триста метров, что, пешком что ли буду идти? Ну давайте пешком пройдемся. Так, не надо возле меня взрываться, пожалуйста. Я не просил. Я не просил. Аж поперхнулся, блин. Сколько взрывов рядом со мной. Да откуда столько копов, блин? Вы что, охренели? Не, а с них сколько добра сыпется, да? Вот это денег сколько? Это что, взятки все? Правильно? Или как? Что, сейчас на нажитые деньги, что ли? Да нет, это, блин, взятки, очевидно. Вон, смотрите. Вон, подрываю копов. Видите, сколько денег сразу? Это ж взятки все. Это, короче, с бардачка день. Монетки и купюры. А не, купюры с багажника. Ага, монетки с бардачка. Ну да. Логично. Так, хотелось бы все-таки дойти до апгрейда. Все, тут некоторая пробка у нас. Но я иду к апгрейду. 60 метров. 60 метров пройти. Не, ну с огнеметом это удачно, конечно, мне предложили взять огнемет, да? Давайте потайными дворами всякими доберемся. Ага, нитро, уличный скандалист, высокий уровень бега. Вот, теперь мы будем быстро бегать. О, как близко. Как близко следующее улучшение. Вот это хочу. Да блин, ну потому я же говорю, потому что пешочком. Что я сейчас взял, да? Уровни преследования наступают быстрее, поэтому до ядерного удара останется меньше времени.
Давайте, знаете, как сделаем сейчас? Побольше апгрейда, то есть поменьше я сейчас всех буду подрывать, уничтожать, расстреливать. Поменьше. А немножко поапгрейдиться надо. Вот что я думаю. Я думаю, это будет правильный выбор. Ну, соответственно, это первое, что мы берем. Латунная автомобильная броня, хорошо. Ага. На такси я поставил латунную броню. Очень интересно. Ну да ладно. Не туда. Нитродвигатель, хорошо. Где колеса? Куда делись колеса? Следующее улучшение. Что берем? Денежный магнит. Усиленный бампер. Ну, давайте магнит возьмем. Ой! Себя немножко... ранили подарками. Мне что-то подсказывает, что у моей машины нету колес. Я не знаю, как я передвигаюсь, но колес у нее нету. Все, надо выходить. Вот, вот эта машина мне подходит. Ну-ка. Нет. Стой. Тьфу ты. Так, расстреляли всяких говнюков. И подобрали. Правильно? Правильно. Вот, вот на вот эту машину я бы нацепил какие-нибудь апгрейды. Да, здесь бы они не помешали. Потому что она и так бронированная. Двигатель монстр, шипованный бампер возьмем для начала. Там уже дальше будем разбираться, что к чему.
Ох, красиво. Оставляем подарочки, не забываем. Позади себя. О, застрял. Ёлы-палы. Так, надо выбираться. Хорошо. Есть. Так, где там? Да блин! Ёлки зеленые. Ну да ладно. Посмотрим, что тут еще есть. Где дети? Мне сказали убить детей. Я не вижу. Где дети? О, это чё? Блин, не надо подарки, чтобы возле меня взрывались. Может, в школьных автобусах дети? Или чё? Где мне их искать-то? О, снайперка, ничего так, если попадает. Все, меня сейчас убьют. Надо найти где-то машину. Нормальную тачку надо найти. Все, она мне. Ай-яй-яй. Все, убили. А что я там набрал? Чуть-чуть каких-то улучшений. Что могу купить? Железный монстр увеличивает броню автомобиля. Да, мне, кстати, вот это вот очень даже пригодилось бы. Потому что... Так, что у нас тут? Мотив... Пьяный, безработный, терять нечего. Здоровье, скорость. Ага. Угу. 13 звезд. А выживите 20 минут, чтобы нанести ядерный удар. Ага. А еще там, еще какие задания. 20 минут. Так, одно, видимо, что это выполнено или что? Что это значит? Выпей пиньяколаду с девчонками. А где это? Как это сделать? Не очень-то понял. Ну хорошо, давайте еще разок попытаем счастье. Ho, ho, ho!
на мотоцикле, да? Какой-то у нас мотоцикл. Едем за апгрейдами. Да, ну допустим, вот пистолет-пулемет. Такая уж полезная штука. Ну, вроде да, вроде неплохая. Вроде быть неплохая штуковина. Сейчас за нами начнут двигаться броневики. Нужно будет подобрать что-нибудь. Какой-нибудь броневичок. Потому что пешком мы далеко не уедем. А, машинка обычная, обычная машинка. В сторону апгрейдов движемся. Как обычно, ничего сложного. Блин, вот бы в танк сесть все-таки. Автомобильная броня, не надо, огнемет возьмем. А, это нужно к нему подпрыгнуть, короче. Вот, а ну-ка. Достану? Кажись, нет, не достал. Что-то я там на стоянке тусуюсь, непонятно чего. Когда... Ага, выбираемся. Быстренько. Когда нам нужно находиться где-то на перекрестке, допустим. Вот на перекрестке самое то. Да, ничего так с огнеметом. Можно разжиться. Только успеваешь подбирать денежки. Вот уже 5000. Вот уже и 6. Ага, ну просто пешочком. Вот в чем проблема. Просто все дело в том, что мы пешочком играли. 6000 на что потратится? Весь наносимый урон увеличивает. Это что? Максимальную скорость ускорения. Тоже не помешает. Вот это. Давайте еще одну попытку сделаем.
Нитродвигатель. Ну, на эту машину, блин, как-то вообще ничего не хочется ставить. Ну, давайте бампер. Динамит. В принципе, давайте возьмем. Ага. Так, а куда он его выкидывает? Так он его вперед себя кидает. Ёлки-палки. Нифига себе. Это повреждение от динамита. Прикольно. А! Не, но все-таки транспорт какой-то мне нужен. Если я сейчас не сяду, то меня убьют. Давайте в любой садиться. Выбираемся. Так, апгрейды. Что ты нам можешь предложить? Ну, давай огнемет. Вот отличное сочетание, да? Огнемет. А, все, меня убивают. Все, я умер. Огнемет и динамиты. 13. А нам что нужно? Ага, что-то больше там нам нужно. А что насчет того, чтобы в автобус сесть? Ну, в принципе, он нормально едет. Не сказать, чтобы он сильно медленный был. Так, ну на него даже латунную броню как-то не жалко нацепить.
Так, дальше нитродвигатель тоже не помешает. Дальше отправляемся за следующим улучшением. Так, что-то мы... Ага. Вот сюда. Усиленный бампер. Ой. Ну, на автобусе удобно собирать, на самом-то деле. Денежку вокруг. Потому что он довольно крупный. И все вокруг собирает. Без всяких магнитов даже. Так, что еще? Шипованный бампер. Двигатель монстр давайте поставим. Следующее улучшение. Шипованный бампер. Так, следующее, что мы ставим. Ага, больше поставить нечего. Ну, просто берем огнемет. И начинаем всех вокруг зажаривать. Очередное улучшение. Что это может быть? Мины. Ремонтирует машину. Ну, давайте вот это пока возьмем, потому что нет смысла ставить мины, потому что наш автобус сейчас все. Пердык ему. О, вот сюда я должен сесть. Просто обязан. Получилось. А машинка-то у нас теперь бронированная. О, апгрейд.
Да блин. Увеличивает весь наносимый урон. Ну, давайте это. Едем за апгрейдом. Скоро за нами начнут гоняться военные. Очень скоро, я бы сказал. Еще пока что нет, но скоро. Ох, класс. Короче, выбираем гранатомет или пусковая установка. А есть гранатомет. Давайте пусковая установка. Еще одно улучшение, что берем заклинатель пуль, более точное прицеливание. Ваша работа привлекает последователей, увеличивает броню автомобиля, повышает устойчивость к ударам. Но я думаю, мне вот это пригодится. Вот уже и военные подоспели. Значит, где-то можно обнаружить танки. Выбираемся с машины быстренько. А вертолет я так никак не могу сбить, да? Похоже, вертолет не могу. Ох. Вот сюда хочу. Ай, не успел. Блин. Блин, 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 ски, блин. Да чё ж эти танки так разлетаются? Я вообще в них не стреляю. Ладно, давайте хоть во что-то сяду, потому что все, мне кирдык. Да? Правильно я говорю? Правильно.
Как они так разлетаются-то? Ладно, надо ехать за апгрейдом. Почти 10 тысяч долларов насобирал. Так, следующее я не могу, да? 35 детей. Я не понимаю вообще, где их искать. Требования для разблокировки. 35 детей. Где мне этих детей искать вообще? Почему-то за мной сразу преследование. Видимо, я на кого-то наехал, кого-то задавил. Ну, сейчас точно. Вот я ничего не хочу цеплять на эту машину. Я нормально все делаю, да? Или нет? Может, я не то что-то делаю? Ой! Ага, колес у меня нету, но я могу что-то улучшить. Огнемет я возьму, вот что я сделаю. Все, выбираемся. Машины надолго не хватило. Не, ну это прикольно, конечно, но... Ага. Так, полицейские, ФБИ. ФБИ теперь у нас. А потом будут военные. Интересно, после военных что происходит?
Ну, в принципе, я думаю, все. Три звезды военных, и на этом все. Просто держишься на этом уровне. Ага. Ага. Ну, давайте сядем в пикап. Может, пикап поулучшать? Ну, усиленный бампер, например, да? Можно взять. А, я не в ту сторону еду. Шипованный бампер. Двигатель монстр. Усиленный уличный скандалист. Скорость бега. Заклинатель пуль возьмем. Все, выбираемся из машины. Делать в ней нам больше нечего. О, эмбиланс надо подорвать и подобрать крестики вот эти. Побольше эмбилансов надо повзрывать. Вот, хорош. Так, надо сесть во что-то. Вот я бы хотел вот в это. Ага. Я не сяду уже. Так, 13, я так понял, надо, может, 15 звезд набрать. Или что, я даже не знаю. Ну, в общем, как-то так. Вот такая вот игрулина. Что нам дают последующие персонажи? Я тоже не очень-то понимаю, чем они отличаются. Будут это другие локации, какие-то другие особенности, другие апгрейды. Я не знаю. Очень интересно было бы посмотреть. Ну, пока что так. В общем-то, такая вот игрулинка. В принципе, на этом все. Спасибо, что смотрели. Жмите колокольчик, если знаете, зачем он. Подписывайтесь. Лайкосик. Комментарий, желательно от 7 слов. Как вам удобно, в принципе.
Вот, лайки, дизлайки, все что угодно, любая активность приветствуется. Всем пока.